С этой стороны дверь не открыть. Может, есть другой путь? Машину огонь не берет. Thank you.
Не получится. Ялик сел на мель. Пора сойти на сушу. Застрял. Но можно его перетащить. Ладно, поплыли дальше. Я здесь. Здесь можно перевести дух. Вода вроде спокойная.
зайти. Дым. Это тот сигнал, про который говорила Теоя? Электрические снаряды ей не страшны. Разрушенном мосту солдат Квен. Надо перебить напавшие на него машины. Еще не поздно отступиться, чужеземка! Подходи близко! Этот остров проклят! Нечего тебе здесь делать! Тут опасно!
Я думал, умру на этой клятой скале. Кто бы знал, что за меня вступится чужеземка. Сильно ранен? Заживет. Но каким ветром сюда занесло чужеземку? Меня зовут Элой. Я побывала в вашем поселении. Разыскиваю отряд Энки. Ясно. Я Рокома. Я отвечал за искателей Энки. На острове к западу отсюда мы нарвались на машины. Пришлось взять Энки за шкирку и бежать. Но далеко мы не ушли. Странный водоворот разбил нашу лодку о руины. Еле дотянули до берега. А потом на нас выскочили эти машины. Энки увидел их первым. Принял удар на себя. Вскоре после этого он умер от ран. Если Энки погиб, я должна вернуть его визор. Не выйдет. Он затерялся в море. Но раз ты здесь, может, у моих товарищей есть надежда. Они остались на том острове. Прошу, ты должна им помочь. Ладно, сделаю, что смогу. А ты сам? Тебя нельзя бросать. За меня не волнуйся. Я соорудил плот. Машин больше нет, так что я доберусь до поселения. Ладно. Ну, удачи. Надо осмотреть другой остров. Может, еще кто выжил. И если визор Энке затонул вместе с лодкой, есть шанс его достать. Надо найти тот водоворот. Отчаливаем. Ого. Вода клокочет. Значит, вот где затонула лодка Рокума. Может быть, на дне я найду визор Энки? Но мы вряд ли попадали так на дворожку. Вон он. Не он ведь была мысль года. Там у него на хвосте. Визор искателя. Попробую выхватить его из сети. Может, кто-то уцелел? Не самый плохой транспорт.
приближаюсь к острову, о котором говорил Рокуно. Еще вернусь. Солдаты Квайн. Наверное, они из отряда Энки. Надо взглянуть поближе. Убили машины. И тут записка. Они считали, Рокуно что-то замышляет. Надо выяснить, что случилось на самом деле. Визор поможет.
6 коек, но только 3 тела. Энки и Рокомо ушли на лодке. Где же последний солдат? Материалы для плота. Они пытались уплыть с острова после того, как Рокомо забрал лодку. Какое-то время они сражались здесь с машиной. Но, судя по количеству коек, кому-то все же удалось уйти. И так они строили плот, чтобы уплыть с острова, но их перебили машины. Энки и Рокомо спаслись до этого. И еще один солдат уцелел. Надо поискать следы. Может, пойму, куда они ушли. Вон там, следы. Возможно, было несколько человек. Последний из пропавших. Убита в схватке. Ее зарезали ножом. Получается, Рокомо мне соврал. Его следы идут дальше. Здесь следы обрываются. Дальше что-то тащили. Видимо, отсюда тащили лодку. Значит, Рокомо убил Туквен и увел Энки, бросив остальных на погибель. Он должен за это ответить. Сначала поищу путевой лист, за которым они шли. Можно начать с руины. Может, с той башни? Может, здесь найдется и путевой лист? Вот он. Тут мешанины из данных, но если в них покопаться, Квен поймут, где искать визоры. Рокомо должен ответить за содеянное. Он сказал, что вернется к своим. Надо догнать его у конца флота. Еще один день позади. Отчаливаем.
Плазменные снаряды ее быстро прикончат. Я его здесь забыл. Может, в спешке? Thank you.
Давай, давай!
Огнеблеск, только нестабильный. Может рвануть от малейшей точки. Придется пошуметь.
время вышло! Вот это ветер! Руина одной из лав. Может, внутри есть еще фигурка? Обвал случился недавно. Надо взглянуть поближе. Начнем с этого гребнерога. Раздавлен. Наверное, придавило стеной. Но что он здесь делал? Может, визор подскажет? Почва раскопана. Похоже, гребнерог пытался что-то вырыть и в итоге обрушил стену. Ящик с корабля. Гребнерог был здесь не один. Если гребнерог нашел что-то стоящее, скараб утащил добычу на себе. Может, смогу его выследить?
хранилище на всякий случай. Вон там, у ящика, еще одна фигурка лежит. Еще одна фигурка в коллекцию. Вот и я! Надо быть осторожной.
дверь заперта. Может, техника дала сбой из-за грозы? Надо уносить ноги! Я так не протяну! Угодно, только не холод.
поплыли дальше. Можно и здесь сойти. Вот он. Ты вернулась. Элой. Вижу, ты меня нагнала. Ты соврал, Рокома. Я была на острове, где ты бросил товарищей. Троих убили машины, но четвертую... Ее убил ты. Потом похитил Энки. Все-таки правда вскрылась. Мы разбили лагерь. Энки с напарницей куда-то пошли. Я следом. Они обсуждали какой-то путевой лист. Она заметила меня и схватилась за оружие. Не оставила мне выбора. Ты следил за Энки? В этой экспедиции мне поручили помогать Ренгу. Ренг подозревал, что Энки что-то замышляет. И поэтому все, кроме тебя, мертвы. Я одного не понимаю. Зачем просить меня вернуться за ними, раз я могла узнать правду? Это был шанс уменьшить зло, что я причинил. Я успел спросить Энки, почему же он не дал машинам убить меня. Его ответ был прост. Мы заставляем себя творить зло, потому что считаем, что у нас нет выбора. От этих слов у меня внутри что-то перевернулось. Это значит, что всегда есть другой путь. И если ты правда раскаиваешься, ты должен дать отпор Ренгу. Это он подтолкнул тебя. Признать вину — это одно. Но бросить вызов бюро... Ренг доложит обо всем по возвращении домой. Меня упекут в тюрьму. Энки промолчал бы. Ну, выбор твой. И ничей другой. Просто... подумай об этом. Ладно?
увидеть в казарме. Ты про дикарку с востока? Верит, считает это правильно. А что думаешь ты? Не провоцируй меня. У тебя должен быть очень веский улики, Рэнк. Сэр, я располагаю свидетельством очевидца. Он слышал, как они вдвоем с искателем Энки строили план. Какой абсурд! Чем ты его подкупил? Погодите. Тебя это не касается, дикарка! Еще как касается. Я отыскала отряд Энки. Почти все мертвы из-за твоих козней. Если и мертвы, я в этом не виноват. Виноват. Адмирал, я эксперт по рискам. Рэнк сказал мне, что искатель Энки изменник, и велел за ним проследить. Когда меня раскрыли, я был вынужден принять меры. А что же Энки? Не виновен. Он погиб, спасая меня от машины. Я не знаю, какие у Рэнга улики, но обвинение беспочвенно. Адмирал, я... Молчать! Пятеро погибли. Ты отправил эксперта по рискам, не сообщив мне. Я в своем праве. Не в чрезвычайных ситуациях. Мы разбились. В соответствующей статье морской хартии четко сказано. В случае аврала ты должен передать всех агентов под мое начало. А уж принуждение людей к даче ложных показаний... В карцер его. Теоя, ты свободна. Рукома за мной. Изложишь все подробно. Спасибо за службу, чужеземка. Вот визор Энки. Я загрузила путевой лист. Отыщи другие визоры. Освободи свой народ. Я постараюсь. Этого бы хотел Энки. Вот. Возьми это. Ты дар самих легенд, чужеземка.